Победителю достался снегоход. Соревнования по подледному лову корюшки «Удача рыбака» уже в 12-й раз прошли на Камчатке. Мероприятие состоялось в рамках зимнего фестиваля «Берингия» в Усть-Камчатске. В этом году состязания по лову корюшки сменили статус сельских на краевые. В «Удаче рыбака» приняли участие 256 человек не только с Камчатки, но и из других регионов страны. По итогам соревнований победителем стал житель Усть-Камчатска Вадим Лузик. Его улов состоял лишь из одной рыбы, но вес ее был 547 граммов. В качестве главного приза ему достался снегоход. На мероприятии организовали также развлечения и для гостей. Для них провели спортивные эстафеты, катание на надувном банане и собачьих упряжках. Перед зрителями выступили местные артисты. В рамках соревнования работала и выездная торговля. Гостей также угощали горячим чаем с пирожками и кашей. Не хватает верхушки для танца. Легко, надо слушать друг друга. Добавим, в этом году зимний фестиваль «Берингия-2022» охватил всю Камчатку. Более 80 мероприятий проходит во всех районах края. Одним из ключевых направлений фестиваля остаются гонки на собачьих упряжках. С 2010 года «Берингия» имеет статус официального праздника Камчатки.